Первый отвернул, я его щеманул. Пятнашка на тебя. 15 тысяч у него высота, он в наборе. 90 куз. 100, наверное, от тебя. Вы рядом. Я пустил по ней. Гриф, он перед тобой. Пытаюсь поймать его. Пустил, пустил, гриф, блядь, аж летит уже в него. 17 тысяч. Гриф перед тобой на 15 километров высота, у него морду задери. Да пытаюсь я. Просто вертикаль поставь. Да я стоит в вертикаль, ребят. Не вижу я его, блядь. Есть. Летит на него. Есть, есть, есть. Давай, 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 давай. Пошла, пошла. Готов. Бьёшь, готов, 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 готов. Пидор, блядь. Берем. Кто это? Тут на хвосте сидит. Он вроде отъебался, вроде бы. Ну, скажи там, что там у меня? Кто гонится? Так, ладно, всем спасибо. Не, Черномор, блядь, для тебя далеко. Пока. Разворачивайся. Пока. Два пуска было, бля, еле съебался. Я, блядь, в таком колоколе вывез. Летят двое, летят. Блин, у тебя 90 градусов, у тебя высота 600, за нашим гоняется. Я иду, иду, иду на них. Ой, тут их четверо. Высотный еще откуда-то взялся. Сколько дистанция? Все, короче, низколетящие вот здесь вот в куче крутятся, и один за ними, 15-тысячник. Дистанция вам... Солоч по нему работает. 31 километр получается от Солоча. Так, гриф, у тебя подут побольше, 43. Я из плоского штопора выходил, блядь.